Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по Majestic RP 7 червячок. Сегодня в видео я расскажу, как я получил бесплатно донатную машину Mercedes Splinter, которая стоит 8000 Majestic коинов. Но если ты также хочешь со мной играть, то при регистрации вводи мой промокод Hammon, или же самой в игре вводи /промо Hammon, который даст тебе платину VIP и 20000 виртуальной валюты. Ну а я всем желаю приятного просмотра, всем желаю приятного аппетита, кто кушает, ну а мы погнали к ролику. Начнем с того, как вообще получить Majestic коины бесплатно. Я рассказываю уже в этом видео, это видео у вас будет в подсказке справа вверху и будет также в описании под этим видео. Но я получил, получается, 1000 Majestic коинов с этих способов, и после этого я зашел в нашу любимую рулетку в мини-играх, вот такую вот. После этого по определенной тактике, если хотите вы узнать, какая это тактика, как я вообще поднимал эти деньги, то получается подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите в этом комментариях. И в следующем видео я уже расскажу, как именно я поднял, получается, 9000 Majestic коинов. Сейчас я вам прикреплю скриншот моих выигрышей, потому что это не обман, то что я именно здесь это все выиграл. Но если вам интересно, опять же, пишите в комментариях, и я вам уже выпущу, потому что там получится очень большое видео и длинное видео. В этом видео я не хочу рассказывать. Ну а мы переходим уже, получается, к самой покупке этого Mercedes Splinter. Так, ну что, у нас, получается, выигрышная тактика была, поэтому езжаем так на это. Да, вроде бы вот на этот Mercedes. Поехали на этот автосалон и покупать этот Mercedes Splinter. И будем катать дальнобой. Итак, ну что, ребята, как я уже говорил, то что если хотите узнать, как я это сделал, какую тактику я пользовался, то пишите в комментариях, от вас лайкусики и подписочки на канал. Ну и взять мой промокод, и будете также выиграть такие тачки. Там можно бы, конечно, было и больше выиграть, но я уже не стал рисковать. Я там и так стал уже большие ставки ставить, то есть, ну, от балды. И еле-еле вытянул эти 9000. А так мог бы слить, конечно, если отошел бы от этой тактики. Поэтому мы подъезжаем к нашему автосалону, глушим машинку и поехали. Заходим сюда, премиум машинки. И где наша машинка? А наша машинка, получается, не то, мотоцикл. Вот он, Splinter. 180 килограмм, но есть еще Dodge, но у него, блин, у него не такие характеристики, да и выглядит не очень, кто поменьше, сплющенный какой-то, у него 57 ускорения, 96 и 83, а у Splinter 100-100, ну да, Splinter лучше, поэтому покупаем, наверное, Splinter, да, поехали. Все, бац, халявный Splinter. Просто на халяву получил Splinter. Понимаете, где он? А, вон, мой беленький, видите. Блин, цвет забыл поставить, ну ладно. Бам. Блин, открывай машину мою. Бам. Все, первая посадка в новый. Новый автосалон. Хорошо. Так, ну на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, дизлайки, ну и подписываемся на канал. Всем пока-пока.